Медицинский центр Оригитей расширяет сеть своих филиалов по всей стране. Как известно, уже сейчас в центре Москвы открыты две клиники. А через месяц в Ижевске откроется еще одно медучреждение. Его специалисты уже проходят обучение в Твери, которое проводит лично Мариат Мухина, разработчик уникальной технологии иглоукалывания. Жителям Твери хорошо известно это здание на улице Дементьева. Здесь находится медицинский центр «Оригитей». На данный момент он является многопрофильным учреждением, где работают самые разнообразные специалисты. Однако всероссийскую известность клинике принесла уникальная технология акупунктуры, больше известная как «золотая игла» доктора Мухиной. Ее принцип – установки вот таких игл в определенных точках для ограничения аппетита. Их много. Основные находятся на козелке ушка, куда устанавливается иголочка. Но у нас есть методика для тех, кто не хочет афишировать. Чтобы не спрашивали лишний раз, либо на металл разная реакция организма, тогда мы ставим невидимые нити. Эффект такой же, как от иглы. Методика иглоукалывания, разработанная доктором Мухиной, применяется не только для того, чтобы снизить массу тела. Она успешно зарекомендовала себя и сейчас, в разгар пандемии коронавируса. Вот такие иглы помогают тем, кто только-только перенес COVID-19. Прекрасно снимает постковидный синдром, так называемый ковидный длинный хвост, и препятствует развитию осложнений и персистирования вот этого вируса в других тканях, органах и системах организма. Акупунктура доктора Мухиной стала настолько популярной, в том числе и у звезд шоу-бизнеса, что в самом центре Москвы, на Охотном ряду и в Останкине, уже работают две аналогичных клиники. Более того, через месяц с небольшим в Ижевске на улице 10 лет Октября по франшизе начнет работать еще один подобный медцентр. Его специалисты уже проходят обучение у Мариат Мухиной, которая предъявляет строгие требования к новым коллегам. Должны быть определенные практические навыки, которые человек, в общем-то, врожденные, можно сказать, способности, потому что не каждый может укалывать иглы и вот так вот ювелирно работать с тканью, с человеческим телом. Жители Ижевска смогут оценить уникальные методики доктора Мухиной совсем скоро. Праздничное открытие клиники, расположенной по адресу улица 10 лет Октября, дом 57, состоится 16 января.